Добрый день, скажет всем Шишкин лес. Может стать чудесным день и без чудес. Может стать добрее мир для людей, если станем мы немного добрее. Один, два, три, четыре. Добрый день, друзья мои! О, здравствуйте, профессор! Добрый день! А что у вас с голосом? Ой, вчера весь вечер спорил с соседом на тему арифметики. Он говорит, что арифметика вообще не нужна. Как это не нужна? Вот я его спрашиваю, как, говорю, не нужна? Нил Петрович, его Нил Петрович зовут. А он и говорит, что зачем мне ваша арифметика, когда у меня есть калькулятор? Ну зачем мне ваша арифметика, когда есть калькулятор? Что? Ну калькулятор, машинка такая, нажимаешь на кнопки, а она сама все делает. Вот, 2 плюс 2, трижды 3. А если машинка сломается? Не сломается. А если сломается? Или вы окажетесь в таком месте, где нет под рукой калькулятора, а надо срочно что-то сосчитать, сложить или вычесть, умножить или разделить? В сказке все это. Одним словом, убеждал я его, убеждал, и все бесполезно. От волнения я его даже нулем назвал. Как? Сказал, не Нил Петрович, а Нуль Петрович. Так он совсем разобиделся. Вот, говорит профессор, до чего вас ваша арифметика довела. И уехал в путешествие на какой-то остров. Не расстраивайтесь, профессор. Ваш Нуль Петрович не прав. От арифметики много пользы. Да вот именно. Она учит мозгами шевелить, память развивает. Да. Ну, хорошо, что хоть вы это понимаете. Ой. Ой. Алло, профессор Циферкин слушает. Ага, Нил Петрович, легки на помине. Да, а я тут про вас своим друзьям рассказываю. Что с голосом? Сел после наших вчерашних с вами споров. Что? Ай-яй-яй-яй-яй. Не может быть. Скорее диктуйте, где ваш остров находится. Так. Ага. Так, записываю. Все. Ага, не волнуйтесь, помощь прибудет незамедлительно. Ждите. Ой, ну вот, я как в воду глядел. Что случилось? А профессор на острове в беду попал. Ему срочно требуется арифметическая помощь. Мне надо ехать. Ой, а как вы поедете? У вас же голоса нет. Вам надо теплое питье и шарф на горло. О, а мы с Шуней вашему Нулю Петровичу окажем арифметическую помощь. Да. Ну как же так? Ну, спокойно, спокойно, профессор. Мы справимся. Не в первый раз. Да. И днем, и ночью Нил Петрович все ходит по цепи кругом. Откуда вы меня знаете? Нам про вас профессор Циферкин рассказал. Угу. И мы приехали вам помочь. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, добрый день. Хотя какой же он добрый-то. А вы расскажите все-таки, что случилось, а? Прибыл я на этот остров, как обычный путешественник. И угодил прямо к вождю дикого племени. А он взял, посадил меня на цепь. Ой-ой-ой. И велел собрать столько кокосовых орехов, сколько у меня глаз и ушей. Да, и еще столько бананов, сколько у меня пальцев на руках. И всего-то? Это же так просто! С калькулятором-то просто, но они же его забрали и в море швырнули. Кто? Дикари. Они же не знали, что это за машинка. А без машинки разве нельзя сложить? Не, нельзя. Я же арифметики не учился. Выходит, прав был Циферкин. Ясное дело, прав. Он даже голос потерял, с вами споря. Угу. Я виноват. Но давайте же складывать, а то если я не успею набрать бананы и кокосы до захода солнца, дикари меня не пощадят. Давайте складывать. Давайте. Начнем так. С кокосов. Угу. Так, их надо столько, сколько у меня глаз и ушей. Так, ушей сколько? Сколько? Два.
2 и глаз тоже 2. А вместе? Так. А вместе 2 плюс 2 будет 4. Угу. Точно? Да точно, точнее не бывает. У меня тут, вот тут в голове свой калькулятор. Да. А вы, если не верите, проверьте. 1, 2, 3, 4. Точно, 4. Так, теперь возьмемся за бананы. Да. Так, бананов надо столько, сколько у меня пальцев на руках. И сколько же? А, на этой 5. Так. На этой тоже 5. Угу. 5 плюс 5 получится... Эх, мой калькулятор бы сюда. Давайте складывать пальцы. 5 плюс 5 получится 10. А ты точно это знаешь? Конечно. Смотрите сами, Нил Петрович. Вот 5 бананов. Плюс еще один. Это 6. Плюс еще один. Это 7. 8, 9. Ой, давайте еще один. Давайте. Угу, спасибо. Так, и вот еще один. 10. Все правильно? Да, все правильно. Какие вы молодцы, спасибо вам огромное. Не успели до захода солнца. Ой. Если бы не вы. Эй, хозяева, я принес вам бананы и кокосы. Да. Отпускайте меня. Дикари очень удивлялись, как это Нил Петрович так быстро с их заданием справился. А потом? А потом цепь с него сняли, и мы вместе покинули остров. Ага. Ну вот теперь-то соседушка мой призадумается, нужна арифметика или не нужна. Ага. А вы, ребята, как думаете? Ребята знают, что нужна. Да. Конечно, знают. Ну, а теперь нам пора прощаться. Ага. До свидания, ребята. До вечера, мальчики и девочки. Храни вас Господь. Многое будешь знать, многим и добро сделать сможешь.